полночь тревожное сообщение на пульт 102 поступило с микрорайона Казгурт. Звонившие сообщили, что слышали на улице крик о помощи. На место вызова выехали два экипажа дорожно-патрульной полиции. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в причастности к драке. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила два ножа и пистолет. Неподалеку стоял автомобиль Range Rover. В автомашине не оказалось никаких документов. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный город» сотрудники полицейского пункта НТМАК задержали молодого человека, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. В машине помимо водителя оказалось и несколько пассажиров, поэтому полицейские на место происшествия вызвали подкрепление. Пассажиры автомашины попытались скрыться от полицейских, но были задержаны блюстителями порядка и также помещены в автозак. Ничего с вашим другом не будет, даю слово, мы его просто оформим. Садитесь в машину, проедемте. Водителя автомашины полицейские отвезли на наркологическую экспертизу, которая диагностировала у него состояние алкогольного опьянения. Пассажиров автомашины, также находившихся в нетрезвом состоянии, полицейские доставили в медвытрезвитель. В ходе этого же рейда полицейские задержали Mitsubishi Pajero. Водитель джипа не смог предъявить документы на автомобиль. До выяснения принадлежности автомашины Mitsubishi Pajero был водворен на штрафную стоянку.